Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас будет на версии игры 03-03-16 Pentairos автомобиль Hummer H2 Offroad. Наверное, все его долго ждут. Вот, наконец-то. Сейчас мы его прокатим и выложим. Ну что, поехали. Свой звук у него. Значит, водила сидит. Надписи Hummer сзади, Offroad 4x4. Вид салона присутствует. Правда, беда с руками тут водила, но пока что все так, как есть, в принципе, я думаю. Мне так тоже не важно, как там из салона ехать. Я езжу с обычного. Так, поддоном. Бампер передний дает нам 100 ремонта. Вот такой. Бампер задний 100 ремонта. Маячки. Также цепляются гаражные части с газа 66-го. Бортовой прицеп. Крышка фургон сервисный. Ремонтные части у нас, надо снять маячки. Ремонтные части вазовские ставятся. И под каждую пару колес есть запасочка. Несет она 100 ремонта. То есть вот под этот вариант. Под вот этот. Все так же, по-моему, по 100 очков они все. И арочная запаска с арочными колесами. Подвесочка, все работает отлично тут.
как камеру заново не поймать. Автомобиль полностью функционален для игры, то есть дрова таскает, прицепы с солярой таскает, гаражные части таскает, то есть гараж можно открыть, например, поставить сервисную тележку с кем-нибудь, по два очка она таскает, в двояка спокойно гараж открыть, да и в одного только два раза придется ездить. Бортовая. Бревна грузятся, так что можно смело катать карту. Есть небольшой косячок, вот видите, левая дверь пачкается хреновенько. Ну ничего не поделаешь, как бы тут мы не стали заморачиваться. Двери, по-моему, вот это крыло. Ну, в принципе, я так на это внимание сильно не обращаю. То есть все функционально. Все загружается, все выгружается. Отцепить прицеп. Давайте порамсим на нем немножко тут. Ну, да, на широких колесах как-то вот тут не очень гоняет. Так. Давайте поставим тритоновский, что ли. В принципе, до этого еще были Hummer H2, просто желтенький такой, и Hummer H1. Можете их скачивать, запихивать в одну папку. Как бы, если будет где-то требовать какую-то замену файлов, не бойтесь заменять, соглашайтесь замены, они спокойно встанут в пак из трех Hummer'ов. То есть, как бы, будет вот этот оффроудовский, просто желтый H2. И H1 красный, который вот у нас в группе. То есть ссылочки все под видео найдете на канале. Ссылочки там укороченные, но не бойтесь, скачивайте. Справа пропускайте в верхнем углу там рекламу, попадайте на ссылку для скачки прямую и качайте. Можете их также, я говорю, скрестить как бы в одну папку втроем. Hummer H2 красный, просто H2 и вот этот H2 Offroad, и будет у вас пак из трех хмурочков нашей доработочки, и спокойно можете кататься на них как бы по карте, не переживайте, они там должны встать как бы ровно. Будет просить там в папках заменить там, да, соглашайтесь, заменяйте, они спокойно все встанут втроем. То есть вот такой Hummer, дури в нем много,
Опа, видали, как прыгает? Ну, на больших скоростях, возможно, если у вас вот не стоит там как фикс, как у меня, то может будет прилетать урон. Тот, кто до конца досмотрел, ребята, сразу говорю, первая ссылка просто на скачку укороченная, это идет турбобитовская, скорость там помедленнее. Вторая ссылочка идет шар и мод, нормальная быстрая скачка, где вы везде на сайтах качаете, то есть можете качать по второй ссылочке, быстренько его скачайте, хотя он, я думаю, весь немного быстро скачается. Вот такой аппарат. Все, всем спасибо, ребята. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, ставьте лайки, читайте под видео. Может будет у кого-то возможность появится оказать помощь, пожертвование для нашей группы, канала. Так что всем удачи, всем пока, всем спасибо за просмотры, подписку. До свидания.